Introducing to you first, hiding out of the blue corner. Бойцу 25 лет. Рост 165 сантиметров. Вес 63 килограмма ровно. He is 25 years old. He stands 165 centimeters tall. Official weight 63 kilograms 7. Его профессиональный рекорд 4 победы и 1 поражение. Professional record 4 victories and only 1 defeat. Он победитель Азиатских игр 2017 и мастер спорта по джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he is Asian in Dark Games to title 17 winner and jiu-jitsu master of sports. Ladies and gentlemen, representing MMA Afghan team Afghanistan, here is Hussein Safari. Его соперник в красном углу. Бойцу 28 лет. Рост 168 сантиметров. Вес 52,9 килограмма. В его активе 5 побед, 2 поражения. Он мастер спорта по армейскому рукопашному бою, представляющий клуб РОД из Москвы, Россия. Павел Дерг! Рефери Дмитрий Валуевич. Павел, you are professional. Listen to my command. You have 3 rounds of 5 minutes. Show beautiful on our fight. Good luck. Shake your hand. Yeah. Судья. 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 Итак, промежуточная весовая категория до 63 килограммов. Афгано-российское противостояние. Хусейн Сафари против Петра Берга. Все внимание в клетку. Очень мощная торсида приехала поддержать в адреналин стадиума Хусейна Сафари. Начинает сразу же на старте Берг раздергивать соперника. Оба в стойке правши начинает этот поединок. Аккуратное начало, но очень нервное. С левым боковым одиночным заходил Петр Берг. Пропустил правый лоу-кик. Но ничего страшного, и здесь целая комбинация от афганского спортсмена. Только один удар достиг цели. И в тот ложится на все 100. Не получилось. Проход от Петра. Дистанцию хорошо держал Хусейн Сафари. И в итоге накрывает. Более того, сейчас и спину забирает уже. Ноги заправлены. Ну как же так? Да, Сафари невероятно проворно вскарабкался за спину Петра Берга. И сейчас близок к тому, чтобы забрать, используя это малейшую лакуну в обороне соперника для того, чтобы развернуться, но не получается это сделать. Очень опасная ситуация для Берга. Мастит. Петр как может. И нужно делать, да, своим вращением, но бдителен. Сафари тут же выходит в полный маунт, не допускает ни одной ошибки на настиле. Пока. Времени еще очень много. В первом раунде вновь за спиной Хусейн. Берг пытается встать и сейчас, да, или скручивание шеи пытается провести Хусейн Сафари. Там предплечье не прошло под подбородком у Петра Берга. Петр все видит, не позволяет сопернику вторую ногу заправить. Очень активное начало в исполнении афганского спортсмена. Он продолжает атаковать, а сейчас, смотрите, Петр Берг руками попытался снять захват, вернее, замок со своей поясницы, и сразу же вновь переходит к болевому приему Хусейн Сафари. Да, скручивает шею, там пытается подбородком себе помогать. Петр растягивает, все делает очень правильно. А Сафари, но не получается, вновь в мост сопротивляется как может сейчас Петр Берг. Тяжелейший раунд для него. И вот сейчас прихватил соперника за руку. Пока что не удается себя стряхнуть оппонента Петру. Но потенциал есть. Активно обороняется Берг. Сафари тратит силы, но пока что реализовать свое преимущество ему не удается. Вновь совершил попытку выйти из борьбы Петр. Пока неудачно. Может быть, кувырок вперед с целью сбросить соперника. Эх, не получилось. Как банный лист буквально прилип Хусейн Сафари. И вновь прихватил оппонента за правую руку, пытается использовать ее для того, чтобы развернуться Берг. Нет. Очень грамотно действует Сафари, находясь за спиной у Петра. И вот сейчас, может быть, получится. За голову пытается прихватить оппонента Петр.
И вот здесь необходимо выскакивать из борьбы. Совсем чуть-чуть остается. Необходимо подниматься на ноги и затем, возможно, проводить слэм, пытаться это сделать. Но опять же, времени в раунде еще предостаточно, больше полутора минут. Поднимается Петр. Да, пытается дезориентировать Сафари Петра Берга. И сбрасывает. С разных сторон. Нет, пока что сбросить не удается, но близок к этому очередной раз. Петр Берг каждый раз каким-то невероятным образом Сафари удается остаться за спиной у Петра. Очень хорошо Сафари чувствует положение корпуса соперника. Вот сейчас вновь занялся ногами оппонента Петр Берг. Одной рукой задушить нельзя. И полный маунт. Мастит и вновь отдает спину. Эта позиция в данном случае кажется Петру более выгодной, нежели маунт полный. Последняя минута. Пока этот раунд Берг проигрывает. Но какого-то критического ущерба он не получил. И вот сейчас Петр близок к тому, чтобы выбраться из этого положения. Сафари вновь пытается Петра накрыть. И оказывается у него за спиной. 30 секунд до конца первого раунда. Да, в общем, здесь никаких вопросов. Афганский спортсмен в первом отрезке этого боя был лучше. Будем надеяться, что Петр сумеет переломить ситуацию во втором раунде. Да, в борьбе Сафари более искусен. Практически не осталось времени. Еще один тейкдаун записывает на свой счет Хусейн Сафари. Ну да ладно, ждем второй раунд. Итак, посмотрим, кто лучше восстановился. И как долго сумеет оставаться на ногах Петр Берг. И сумеет ли. Сейчас поддавливает. Начинает так же, как и первую пятиминутку. Показывает проход. То есть стремится к борьбе все-таки Берг. И первый раунд, в общем, показал, что проблемы у Петра начались в аналогичной ситуации, когда тоже попытался он пойти в борьбу, и в итоге Сафари Берга переиграл. Шикарный контрприем в исполнении Сафари, и вновь он в доминирующем положении находится, грузит сверху всем корпусом, еще и угрожает прихватом на удушающий прием. За спину заскакивает, заправляет ногу, и фактически продолжается первый отрезок, к сожалению, для Петра. Да, ноги заправлены. Пытается растянуть сейчас, опрокидывает назад Сафари Петра Берга. Причем, как правило, именно заправляет обе ноги, не делает замок на пояснице. Понимает, что есть большая угроза вращения тазом со стороны Петра, что он уже показывал в первом раунде дважды. Да и вообще функционально кажется, что Берг хорошо готов, много сил. Открылось, судя по всему, неприятное рассечение над левым глазом у Петра Берга. Пока что серьезного кровотечения там нет, но потенциально очень опасное повреждение. Продолжает гнуть свою линию Хусейн Сафари. И пытается что-то придумать Петр Берг. Сейчас, наверное, опять постарается взять на излом. Разворачивается Берг. И вот сейчас необходимо использовать отлично. Левый боковой капа вылетает у Хусейна Сафари сразу же. Дмитрий Валуевич возвращает ее на место. И очень важно продолжить бой немедленно. Есть возможность для того, чтобы развить успех. Лоу-кик меняет стойку Сафари. Возможно, в стойке будет преимущество у Петра. Осторожничает Сафари. Ждет откровенно. И пытается поймать оппонента. Врывается сейчас клинч Петр Берг. И неужели на гильотину в стойке прихватит его Хусейн Сафари? Нет, не получается. Вновь. Мы наблюдаем ситуацию, которую видели уже неоднократно в этом поединке. Накрывает Хусейн Сафари Петра Берга. И так буднично перемещается за спину российскому бойцу.
Пока себе в актив Петр может занести не только тот отличный удар по выходу из борьбы, но и много защитных действий. Одно вращение, опять же, на стиле. Но суммарно больше очков набрал, опять же, Хусейн. Да, продолжает Сафари контролировать Петра сзади. Тот ищет момент для того, чтобы развернуться. Выбрасывает удары назад. И уже давно мы не видели попыток провести удушающий прием или болевой из этого положения. Судя по всему, также не так много сил осталось у Хусейна. Но он не останавливается, и у рефери нет оснований для того, чтобы поднимать спортсмена. Да, с примерно равными промежутками времени. Вот сейчас болевой на ногу, судя по всему, пытается выполнить Петр. Может быть, скрутить пятку. Отсюда будет сделать где-то довольно тяжело. Оказывает давление на ступню соперника, пропуская при этом удары. И вновь возвращаются спортсмены в исходную позицию. Начинается последняя минута второго раунда, который вслед за первым выигрывает Хусейн Сафари. Да, Сафари атакует, но опять же он не перекладывает правую руку на уже окончательный замок, таким образом сохраняя положение вещей на настиле. Получается, что задушить-то не особо-то он и хочет, он хочет забороть. И вот сейчас в атакующей позиции оказывается уже Петр Берг. Впервые в этом бою, и в случае, если поработает он активно, ну, вряд ли, конечно, наберет достаточное количество баллов. Но очень важно закончить этот раунд на мажорной ноте, для того, чтобы было психологическое преимущество перед заключительным отрезком. И важно также, что Петр не сломлен, не сдается, продолжает искать варианты для своих атак. Последние секунды. Вынужден защищаться, но видим, что ищет также варианты для контратаки Сафари. Второй раунд получается ближе, чем первый, но все равно рисковать придется. Конечно же, Никита Крылова, который иногда раньше устраивал довольно вальяжные поединки, ему нужна была встряска в перерыве. Прессингует Берг. Лоу-кик, взрывается серия ударов руками. Хусейн Сафари. Слева мимо. Не хватает дистанции уже Петру. То в левше, то в правше работает Хусейн Сафари. Сейчас правосторонний в стойке. Готовит удар навстречу. Коленом ли. Ждет проход. Застаивается Сафари. И атака навстречу от Берга. Право. Достал соперника. Продолжает контролировать центр клетки Петр. И Сафари желает атаковать на отходе. Не так много пространства. Вот Сафари за спиной. Здесь эпизод за эпизодом, по большому счету, Берг забирает стойки. Есть! Отлично. Потрясет Сафари, надо идти вперед. Да, заулыбался и вынужден перейти к борьбе. Да, поймал сейчас Хусейн Сафари. Тейкдауном навстречу Петра Берга. Был шанс. Эта улыбка, недобрая улыбка, которая скорее даже исказила лицо Хусейна Сафари, случилась после очень тяжелого пропущенного удара слева. Очень достойно, что сразу после этого сумел зайти все-таки в борьбу. Вот Хусейн Сафари отдал шею. Все это немного напоминало тот эпизод с бою Дастина Пурье и Хабиба Нурмагомедова. Здесь не стал тратить слишком много сил Петр Берг, но положение у него не очень хорошее. Диагональный контроль сейчас, возможно, будет боковой. Кричат Петру Бергу, чтобы использовал он сетку для того, чтобы перевернуться. И вот сейчас рывок, но нет. К сожалению, не получается выбраться из-под соперника. Совсем скоро начнется вторая половина заключительного третьего раунда. Берг продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. В стойке он был лучше. Да, и в защите он в борьбе тоже хорош. Он старается больше обычного, возможно, пытаясь выйти из этой борьбы. Мастит, крутится и влево, и вправо. Предпринимает самые различные попытки, но пока все тщетно. Опять же, Сафари практически не бьет.
работает над улучшением позиции. Готовят выход на распятие. Не очень активно работает Хусейн. И вновь оказывается за спиной у Петра Берга. Правда, сейчас третий раунд, сил не так много. И спортсмены вспотели. Возможно, удастся Петру выскользнуть из этого положения. Встает. Пытается стянуть соперника. Кувырок. Здорово, но нет. Сохраняется положение вещей. Возможно, постарается развернуться Петр Берг. 1.5 минуты до конца уже боя. Очень тяжелый бой. И получается, что здесь тактика Хусейна работает чуть лучше, чем у Петра. И видно, за счет чего Петр Берг мог выиграть сегодня. Может быть, еще и выиграет, но для этого точно нужно выйти из борьбы. Начинается последняя минута третьего раунда. И последняя минута боя. Пытается нанести из любого положения ущерб, даже забрасывая удары себе за спину Петр Берг. А Сафари сжигает время. Да, просто контроль мы наблюдаем. Потенциально опасная ситуация, но уже не верится, что Сафари будет работать на досрочную концовку. Он потратил много сил в первом раунде, понял, что не получится соперника задушить или выполнить болевой. И сейчас просто делает ставку на контроль. Ударов мы не видели уже очень давно. Вот сейчас дважды пробивает Сафари. Там и боковой, и хаммерфист был. Но афганец делает ровно столько, чтобы Дмитрий Балуевич не остановил встречу. Еще один кувырок от Берга. Заканчивается бой. Да, надо признать, что навыки борьбы на настиле у Хусейна Сафари лучше, чем у Петра. Завершение трехраундного боя. Единогласным решением судей победу одержал Джон Квиммер. Почему это вас услышал?